Ну что, господа, здравствуйте. Перед нами Свято-Стефани. Здесь мы были и купались. Спасибо Святому Стефани. Теперь мы через Каменево, вот это Каменово, через Пржино сначала, вот чуть левее Пржино, теперь Каменово, каменный пляж тут. Каменово. Возвращаемся в Будву. Впереди у нас еще Рафаэловичи, Бечичи и все прочее. Низом мы идем, а шли верхом. Вот здесь, где поверху идет транспорт, это мы шли туда, верхом. Сейчас мы идем низом. Нас ждет прекрасная, прекрасная местность в виде туннеля. Сейчас я покажу вам туннель. То есть я когда шел туда, видел, что туннель есть, надо было зайти в этот туннель. Сегодня 26 мая 2019 года. Вот так выглядит вход в туннель. И, конечно же, я еще хочу показать цветы. Может быть, это не цветы, а даже, скорее всего, кустарник, который с желтыми ягодами, который пахнет Черногорией. Вот так пахнет Черногория. Да, забыл показать. Вот это вот остров Святого Николая. Да. А это обрыв, который перед нами обрыв. И, конечно же, Средиземное море. Недаром называется населенный пункт Каменово. Камни тут. Ну что, пошли мы с вами в тоннель. Вот супруги неспешной походкой. Они вышли из тоннеля и снова стали заходить. Дальше не пошли. Откуда они вышли, непонятно. Время 3 часа дня. Температура воздуха 24-26 градусов. Солнца нет, хорошо, не жарко. Но я сегодня искупался, все-таки было. Все-таки жарко, мне жарко было. Но тоннель, конечно, не звездно, но очень хорошо выглядит. То есть, если по нему идти, я не знаю, длинный он нет. Но обработан так, таким образом, что в нем красиво подсветка. Все. Я не знаю даже, увидим мы свет в конце тоннеля или нет. Но сверху капает вода. Вот пол мокрый. Пол в тоннеле мокрый. Я сейчас перекусил в Каменово. Три яичка съел. И брал с собой. Да, капает вода сверху. И еще кусочек сыра. Это еще привез с Перми. Мы с вами в Перми. Мы из Москвы преодолели путь в Черногорию за 3 часа. А еще летели 2 часа до Москвы. Вот получается 5 часов в самолете. Представляете? И вот благодаря тому, что мы в 5 часов в самолете пролетели, сейчас мы находимся с вами в Черногории. Здесь сыро очень в туннеле. По-моему, у меня даже этот запотел объектив. Но уже есть свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля уже есть. Хорошо. Мы вышли из тоннеля. И да. Вот именно здесь я хотел искупаться. Когда я сверху смотрел сверху. Вот там трасса наверху. Вот, это что такое? Это что, переодевалка такая, что ли? Там очень грязно. Вот здесь я хотел искупаться, да. Вот именно на этой, в этой скале. То есть на выходе из туннеля вот эта скала. И здесь я хотел искупаться. Придется здесь купаться. Но здесь внизу камни. Камни. Хорошо, я тут искупаюсь. Так, вот так выглядит скала. Скала. Из дырочки внутри, туннель.
Но тут очень мелко. Даже если купаться, то очень мелко. Здесь есть спуск. Да, есть спуск. А вот это что такое? В скале сделано. Это в скале переодевалка. Видите, в скале. Очень в плачевном состоянии. И каменного тоже в очень плачевном состоянии. Я спускался вниз, видел. Первый раз увидел в Черногории разбитые дома, выбитые окна, двери выбитые. Вниз, когда спускаешься, на пляж. Ну, вот здесь есть пляж. Да. Ну, здесь, наверное, уже начинается Рафиловичи. Вот это Рафиловичи, наверное. Ну да, здесь можно искупаться. Здесь тоже мелкая галька. До свидания.